Сегодня председатель Кабинета министров подписал распоряжение о назначении Юлии Стройковой заместителем министра информационной политики. Юлия Викторовна Стройкова до назначения на пост замминистра работала заместителем директора национальной телерадиокомпании «Чувашии». До этого более полугода исполняла обязанности руководителя компании. В средствах массовой информации Юлия работает более 20 лет. Зрителям нашей телекомпании она известна как соведущая программы «Персона», автор и ведущая популярной телепередачи «Знакомые лица».